Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров. Заменю на нем масло в раздаточной коробке. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту и добираюсь до раздатки. Перед подъемом автомобиль поставлю в режим домкрата. Все, режим домкрата включен. Поднял автомобиль. Раздатка здесь у нас открытая, защиты под ней нет. То есть сливная и заливная пробка. Откручиваю сначала заливную. Взял такой вот набор 4-гранных переходничков для таких пробок фирмы Форсаж, номер 4118МР. Отлично. Масло через заливную не потекло. Возьму проволочку, померю наличие масла. Масло на кончике есть, но как-то маловато. А масло может быть залито и по норме, но как-то я его даже пальцем с трудом достаю. Здесь должно быть 850 грамм масло в раздатке. Откручиваю сливную пробку. Да, масло грязное. Пустякает. Масло беру оригинальное для раздатки. Вот, номер идет для заказа 10922806. В раздатку должно помещаться 850 грамм. Я сейчас возьму 100 грамм, добавлю свежего масла, не закрывая пробку, чтобы снизу с картера немножко смыло. Все, теперь можно закрывать пробочку. Пробку я возьму оригинальную WHT-001-972. Заказывал две пробки, а пришла одна. Пробка идет с герметиком, поэтому вторую пробку я протру, смажу герметиком и поставлю уже старую одну. С ней ничего не происходит. Сильно тянуть не надо. Заливаем масло. Объем масла небольшой, не стал делать нагнетатель шприцом, все залью
залил, как положено, 850 грамм. И вот оно масло рядышком. Все-таки до этого его было чуть меньше. Бежать оно через край не бежит, но оно рядом. Почистил и смазал герметиком пробочку. Закручиваю ее. Пробка конусная, сильно тянуть не надо. Смываю подтеки. И на этом все. Замену масла в раздаточной коробке я закончил. Всего вам доброго.